превосходительство, уважаемые гости, мы хотели бы сказать вам большое спасибо за то, что вы согласились разделить сегодняшний праздник с нами. Your Excellencies, dear guests, good evening, and thank you all for agreeing to share tonight's joy with us. Сегодня мы празднуем один из самых молодых государственных праздников в России. Today we celebrate one of the youngest national holidays of Russia. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете России. On June 12, 1990, the Declaration of State Sovereignty of Russia was adopted. Именно 12 июня мы празднуем День России. Именно в этот день в Думу поступило предложение утвердить новый герб России. Двуглавый орел, золотистый орел и всадник с копьем. Над головой орла три короны Петра Великого, означающие суверенитет Российской Федерации и всех ее частей. Скипетр и державы на флаге всадника олицетворяют государственную власть и единство. And it is today we celebrate Russia Day, when Parliament received the proposal for a new emblem, a two-headed golden eagle and a horseman wielding a spear. Above the eagle's heads are three crowns of Peter the Great, meaning sovereignty of Russian Federation as a whole and all of its parts. Scepter and orb on the flag of the horse rider represent state and power of unity. Флаг был утвержден трехцветным. The tricolor flag was approved. Белый цвет – символ чистоты и мира. White for purity and peace. Синий цвет – вера и верность. Blue for faith and fidelity. Красный цвет – сила и кровь, отданные за отчизну. Red for strength and blood given for the country. Россия – великая страна, достойная любви и преклонения не только нашим народам, но и людьми других стран. Нам есть чем гордиться. Russia is a great country, worthy of love and admiration not only from our own people, but from people of other nations, because we do have something to be proud of. Россия дала миру не только великих ученых, талантливых художников и великих музыкантов, но стала первой страной, которая открыла миру дорогу в космические дали. Russia did not only give the world many great scholars, talented artists and musicians, but also it was the first country to make the way into endless space. В России есть поговорка, что мы никогда не начинаем войны. Россия войны заканчивает. We have a saying that Russia never starts wars, it ends them. Сегодня, в напряженный момент политического кризиса у границ России, мы хотим пожелать, чтобы уже завтра на планете восстановились гармония, спокойствие и счастье ради наших детей, наших любимых людей и ради сохранения планеты в целом. Today, in a moment of tense political crisis in the world and at Russia's borders, we wish that as of tomorrow, the world restores its harmony, peace and happiness for the sake of our children, our loved ones, and for the sake of the planet as a whole. С праздником, дамы и господа! Congratulations, ladies and gentlemen! В этот знаменательный день мы приготовили для вас музыкальный подарок. Сегодня у нас в гостях виртуозы своего дела, именитые музыканты Игорь Эпштейн и Михаил Гольдорт с программой «Цвета музыки». To celebrate this wonderful holiday and please us all with their unique program «The Colors of Music», Igor Epstein, the violin virtuoso from Germany, agreed to join this evening together with the brilliant guitarist Michael Goldort. Мы хотим пригласить на эту сцену первого гостя. Стиль этого музыканта является одним из ведущих классических стилей в России в настоящее время. Встречайте, Михаил Гольдорт. Please welcome Michael Goldort. Thank you.
Игорь Эпштейн хорошо известен в мире как Тюфельгейгер. Тюфельгейгер — это почти Оппенгеймер, но вообще Тюфельгейгер. Ladies and gentlemen, and now Igor Epstein is famous in the world as Der Teufelsgeiger. Что можно перевести с немецкого как скрипач дьявола? Which can be translated from German as the devil's violinist. Это потому, что его выступление является уникальным и дьявольски хорошим. It is because his performances are unique and devilishly good. Thank you. And now, very special, just for our ladies. You know this one? Thank you.
I think the first part of our concert, we finished with not a very typical Russian song, but every Russian can sing with. Thank you.